Так, здравствуйте, друзья. 18 февраля. Через месяц самые нетерпеливые, начиная с юга, начнут уже прививать. И так задаются вопросы, я на них стараюсь отвечать как можно более добросовестно. Поехали. Итак, это будет фактический диалог. Добрый день, Валерий Константинович. Это Алексей из Канского района. Я не так давно приобретал у вас черенки и набор косточек ореха манжурского. Ну, это информация, чтобы вы вспомнили, кто я такой. У меня к вам пару вопросов. Вот это дерево, которое я вам показываю, это ранетка. Я здесь поселился 10 лет назад, она уже была вот в таком же состоянии. Плоды примерно 2 сантиметра в диаметре. Вкус, ну, такой, никакой. В общем, что за сорт и когда посадили, без понятия. Прошлой весной я немножко занимался прививками. И вот на эту ветку, я ближе подхожу, я тоже привил 2 черенка врачеб. Один прижился. Вот он, собственно, вот 3 веточки от него. Ну, еще попытался защитить грын материалом. Что это даст, не знаю. У меня вопрос. Если эта ветка нормально перезимует, это новая, что мне делать с соседними? Что делать вот с этой? И что делать вот с этой, допустим, да? Есть ли смысл что-то вообще делать или оставить все как есть? Так, ну вот уже первый вопрос, очень интересный. Смотрите, дерево до этого подвергалось, ну, назовем это обрезка. Вот, после этого появились побеги, и вот 2 побега вы привили, одна прижилась. Да, вы совершенно правы в своем вопросе. Вам придется вертикальный побег, нет, не так, более толстый, от которого отходит прививка, вот этот, с той раны, вам придется вот здесь, если видно мой курсор, вот здесь придется отпилить. Вот. Есть еще варианты, сейчас я вам о них расскажу. Значит, если это дерево сэкономить и в этом году еще понаделать прививку, смотрите, как они будут, вот почти вертикальная ветка. 2 веточки сюда, 2 черенка врачеб вставить. Заметьте, у самого основания, не тут, не тут, не вот здесь, где выше пошла эта развилки, а у самого тут вот еще будет прекрасный побег. Так, и заметьте, на второй год третье плодоношение. Вот эту, вот тут, правда, вот эта рана меня смущает, но ее бы хорошо замазать, как следует. И вот этот почти вертикальный побег тоже можно было бы привить. Это один из вариантов. То есть мы делаем скелетные прививки. Вот. Или второй вариант будет вот с чем связан. Ну, понятно, прививка, ее надо сохранить, чтобы она развивалась, она не будет развиваться. Вот. Таким прививкам придумали название паразитарное. То есть пока вот эту ветку не отрежете, она так и будет паразитами, ни черта развиваться не будет. Значит, если вариант другой, сейчас я его покажу более, как бы сказать-то, более наглядно, то во втором варианте придется отрезать вот эту, и это или привить, или отрезать для будущих прививок. Допустим, у меня вебинар будет завтра. Сегодня у меня воскресенье, так? Ага, какой сегодня? 18, ага, 19 будет вебинар. Вот, и я приготовил вот это вот, смотрите. Именно там пойдет разговор про омоложение. И та же самая у человека проблема, но точь-в-точь как у вас. Тогда я выбрал вот эту фотографию. Вот эту фотографию, видите? То есть, сразу говорю, вот у вас ранетка. Вот сейчас дальше полный рост. Ну, мы можем сейчас еще увидеть полный рост, смотрите. Вот здесь вот, видите? Ранетка. Как делается омолаживающая обрезка, она потом выбросит вообще молоденькие побеги. И массу вертикальных побегов. Почему? Потому что вот сейчас мы левую сторону с вами оглядели, а выбор-то не богатый. А вот что делать с этими центральными ветками? Вот это центральный проводник, та ветка, что справа толстая. Вот. Там можно что-то привить? Да, пожалуй, нет. И так кардинальная обрезка.
Именно на вебинаре я буду это еще раз подчеркивать. Никаких вот этих вот стремянок, когда берется бензопила, а чаще берется пилка или секатор, и с умным видом отрезается от 50 до 100 веток якобы загущающих. Это глупость величайшая. Итак, омолаживающая обрезка делается так. На высоте 2, ну где-то там 3 метров, отрезаются все толстые скелетные ветки, и даже вот тот самый центральный проводник, где-то на середине высоты, вот. Это делается за несколько минут, бензопила, она пощады не знает, и все на этом заканчивается, и получается вот такая картина. Это в моем саду. Посмотрели, вот она обрезка. Делал секунд 10 опытным моим другом, опытным лесорубом. Теперь посмотрите, сколько веток можно привить, согласны? Посмотрите, сколько веток можно привить. Вот. Ну пусть это, я расширяю, там у вас ранетка, то есть яблонька получается. Это абрикос, а это груша. Вот хитрость в чем. Помните, я говорю, правую тоже надо отпилить. Вам похоже, да? Но это правда груша. Смотрите, что получается. Отпилили. И вот простор для точки. Вот эту прививаем. 4 побега. Вот этот момент. И что получается? Сейчас мы попадаем вот сюда. Вот сюда. И вот сюда. Ага. Вот это самое место. Итак, центральный проводник и правая толстая ветка под омоложение. А это можно ее оставить. Вот это оставить побег. Вот этот оставить побег, вот этот, или этот отрезать, вот я показываю, а вот этот все-таки оставить, он не такой толстый, его можно тоже привить. Не теряй год. Ну, в общем, теперь давайте дослушаем вас. Я тоже привил 2 черенка в расщеп, один прижился. Вот он, собственно, вот 3 веточки от него. Ну, еще и попытался защитить крын материалом, что это даст, не знаю. У меня вопрос, если эта ветка нормально перезимует, это новая, что мне делать с соседними? Что делать вот с этой? И что делать вот с этой, допустим, да? Я уже ответил. Что-то вообще делать или оставить все как есть? Или делать, или оставить как да. есть. Решать будет его. Я бы еще раз. Я бы вот эту бы толстую отпилил, а по себе вертикальную привил. И тогда бы она бы хорошо развивалась, и вот это бы уже привито развивалось. И смотрим дальше. Еще вопрос. Подумаю приобрести у вас косточки сливы и вишни. Способ стратификации и сроки такие же, как у абрикосов, или есть какая-то разница? Нет, разница есть. Дело в том, что сливы, абрикосы я сейчас занимаюсь сертификацией, уже в южные районы высылаю сертифицированные, в северные районы еще сухие, вот, творчески подхожу. А именно упоминаемые вами вишни и сливы уже с января на стратификации. Они у меня уже в сыром песке, и вы получите расфасованные по 10 штук мешочки, потом, если закажете, перетарите пол-литровой баночки, чтобы побольше было сырого песка. И опять же в холодильник. Вот. Подробнее у меня есть. Я высылаю от 5 до 10 роликов, смотря сколько у вас терпения будет, как все это делать подробно. Потому что то, что я сказал, 2 слова. Почему перетариваем, почему некоторые хранят в моих же мешочках небольших, где немного песка. Вот, хранят до высадки, потом, ой, 2, 3, 4 проклюнулись и даже переросли, а остальные спят и никогда не взойдут, потому что проснувшиеся украли из-за малого объема всю влагу у тех, которые должны были проснуться чуть позже, но уже никогда не проснутся. Влаги нет. Поэтому перетаривание на 10 косточек, ну, пол-литровая банка, это, как говорится, с запасом получается. Тогда влаги хватит всем. Дочитываем. С уважением, Алексей.
Так, Алексей, спасибо вам за это. Вот так. И на этом мы закончим фильм. Благодарю за внимание.